Ребята, уже много раз в разных роликах вы могли услышать эти слова. Ребята, к нам приехала Шкода Октавия. А это Шкода Октавия. Очередная Шкода Октавия. Шкода Октавия. Это Шкода Октавия. Еще одна Шкода Октавия. Это абсолютно новая Шкода Октавия. Шкода Октавия 1.8 Turbo. Шкода Октавия 5. Многократная ура Шкода Октавия. Ура! К нам приехала Шкода Октавия. Это A7 1.8 Turbo. Владелец решил сделать раздвоение, разводку на две стороны с сохранением штатного звука. Это означает, что звука не должно быть. Твою мать! Также мы повесим сейчас сюда диффузор, точнее уже повесим. И выведем 4 такие красивые насадки, которые будут смотреться органично в бампере. Собственно, все работы займут в течение нескольких часов. Для вас всего несколько секунд. Можете лицезреть, как у нас это получилось, посмотреть на насадки. Ну, а звук по традиции мы можем записать, но его здесь не будет. Потому что было желание владельца такое. Желание владельца для нашей компании закон. Если вы хотите без каких-то вмешательств в звук выхлопа сделать по красоте сзади, чтобы насадки смотрелись или диффузор, обращайтесь, мы поможем и подскажем. На связи Игорь из Ультравыхлоп. Чем? Ну естественно, мы же банку убрали, целую банку исключили.